Труд для меня было. Много книжек я прочитал, как вы видели, но некоторым это не понравилось, и меня выгнали из Майнкрафтленда. Но это не значит, что я все знания потерял. Все книжки, что я прочитал, все я запомнил. И спокойно могу провести вам сегодня урок маленького искателя. Маркус Лэнди. Вот. Как всегда, вы знаете, Маркус много тут предметов подготовил. А также лучшим будут подарки. Очень ценные подарки от Маркуса. Ну, а худших мы отправим в Боксибу. Ха-ха-ха. К этим зубастым бокситроллям. Да, не советовал бы я туда попасть никому. Так что всем желаю сегодня одни пятерки. Поехали. Ёбка жука, Стив. А, ну давай, покажи, как остальные, как это все делается тут. 4 синие батарейки, фермер, осел и повозка, директор и камера, деньги и факел, меморекс 2 раза. 4 синие батарейки. Вот они. Power Flash. Фермер, осел и повозка. Фермер? Директор и камера на хлопушке. Деньги и факел. Деньги. О, деньги. И факел. Факел. У куски факел. Нашел. Найдешь второй факел? Пятерка с плюсом будет. Второй факел? Что найдем? Найдем. У статуи свободы. 3D-пазл. Да, это пазл от Маркуса. Вау. И как раз третий факел на статуе свободы. Да. Меморекс 2 раза. Первый. Второй. Где? Под низу. О, на кассете, да. Ну вот, пятерка с плюсом. Молодец, волк. Остальным желаю так же самое. Смурфик пришел. Вот. Вот твои задачи. 2 стога сена. Стога. 2 стога сена, молния и кубки, 2 свиньи, 2 ведра, левая Дейзи, красная машинка 2 раза. 2 стога сена. Первый стог сена. Вот. Вот первый, второй стог сена. Молния и кубки. Две свиньи и 2 ведра. Первая свинья. Что сделали свиньи? Хрюкали. Ну? Опрокинули ведро. Ах ты, ведра опрокинули. Да. Лио и Дейзи. Вот, Лио и Дейзи. Красная машинка 2 раза. Вот первая красная машинка. И вторая красная машинка. Вот. Автомобиль. Так, ну, 5 с минусом. За что? Читать правильно научись. Стопа сена. Какие стопы сена? Откуда стопы сена? Почтальон Пэт пришел. О, вот вам ваши задания. Яхта и корабль, корова, конь и коза 2 раза. Буква М и магнит, Джиотто и Кернер, Голливуд Продакшн. Яхта и корабль. Вот яхта.
и корабль. Корова, конь и коза два раза. Первая корова. И вторая корова. Первый конь. И второй конь. Первая коза. И вторая. Буква М и магнит. Вот буква М. М. Маркус. И магнит вот. Магнит. Ну, вообще-то это подкова. Ой, магнит. Почтальон. Ладно. Где магнит? Где же у нас магнит? Магнит, магнит. Вот магнит. Обманывать это плохо, господин почтальон. Вот. Джиотто и Кернер. Джиотто фломастеры. И Кернер светильник. Голливуд продакшн. Голливуд и продакшн. Четверочка у вас. С магнитиками у вас проблемы случились. Микеланджело пришел. Я. Формула и грузовик. Четыре овечки. Зеленая птица, бегемот и щенок. Настенька и дерево. Формула и грузовик. Так. Формула и... Вот формула. И... Грузовик, вот. Или грузовая машина. Четыре овечки. Первая овечка. Вторая. Бедные овечки. Никто нас не пасет. Третья овечка. Третья овечка. Где же это третья овечка? Третья, ау, где же третья? Вот третья, четвертая, нашел. Да, полбала снимаем, так долго искать овечки. Зеленая птица. Так, зеленая, вот зеленая птица. Бегемот и щенок, вот бегемот и щенок. Вот он. Настенька и дерево. Настенька и дерево. Да, ну что ж, овечек не мог найти. Четверка у тебя. Рафаэль пришел. Надеюсь, у тебя получится лучше, чем твоему братцу. Две белые машинки, три кота, две хвоста, три кота и две мыши, три линейки, 1, 4, 7, 8, 12, 24, 180, 240, множество детей вместе. Две белые машинки. Вот первая белая машинка. И вторая белая машинка. Три кота и две мыши. Первый кот. Вот, вот. Второй кот. И третий кот. Вот. И две мыши. Первая мышь. И вторая мышь. Три линейки. Первая, вторая и третья. Так, один. Номер один. Number one. We are number one. No, 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 no. We are number one. This is number one. Кстати, так и написано.
Number one. О, так, что, найдем 4. Так, цифра, вот 4. Вот number one. На Memorex. Вот, number one. Вот number 4. 4. 7. Вот он. 8 тут. 12. Желтых кнопок. 24 по мастеру, 180 на видеокассете и 240 тоже на видеокассете. Множество детей вместе. Вот. Цела меня. Ага, это детские песни. Диск с детскими песнями. Ну что ж, тебе тоже 4. Числа и учи. Джон Леннон пришел. О. Imagine, на-на-на-на. Imagine, на-на-на-на. Джон Леннон, хватит петь в классе. Yesterday, all my troubles seem so far. Леннон. Все. Минус 1 балл за то, что я пел в классе. Дурасель и Бат Экстра, часы 2 раза, Микки Маус и Дональд Дак, 4 бабочки, 4 тепленка, пульт и телевизор. Дурасель и Бат Экстра. Вот Дурасель и Бат Экстра. Часы 2 раза. Первые часы электронные. И второй. Микки Маус и Дональд Дак. У Микки Маус мастерил скворечник. И Дональд Дак принимает ванну. 4 бабочки и 4 цыпленка. Вот первая бабочка. Вторая бабочка. Это птица. Вот вторая бабочка. Третья наверху. И четвертая бабочка у... Четвертая бабочка. Нормально, для чего тебе очки нужны, Леннон? Ищу четвертую бабочку. Ищу. Ты где же в траве сидела бабочка? Вот. Вот бабочка. И 4 цыпленка. Первый цыпленок. Второй, третий, четвертый. Пульт и телевизор. Вот пульт и телевизор на гараже. Да, Лена. 4 с минусом. Егор Летов пришел. Летов. Никаких не Летов. Скоро станет этот, как его, осень. Целая куча янтаря. Аленький цветочек 2 раза. Пожарная машина, ящик с инструментами, метла и подкова. Где тут цветочек? Где тут написано цветочек? Ты что, не видишь своими очками? Так, целая куча янтаря. Полбала снимаем. Вот, куча янтаря. Аленький цветок 2 раза. Первый у Настеньки. И второй. Пожарная машина. Вот она. Ящик с инструментами на гараже. Метла и подкова. О, метла. Что подковывают? Лошадям подковы. Ну, что? Правильно. Ладно, так уж и быть. 4 тебе. Виктор Цой пришел. О, Цой жив. В наших чертах.
Цой жив. Светильник и маяк, ведро, коса и топор, фонарик и красная изолента, волшебная палочка и волны, 12 желтых кнопок. Светильник и маяк. Вот светильник и маяк. Ведро, коса и топор. Вот, ведро. Фонарик и красная изолента. Вот, вместе соединены. Волшебная палочка и волны. Двенадцать желтых кнопок. Вот. Только из уважения к Виктору Цою 5 баллов. Хотя вы и неправильно показали третью задание. Фонарик и красная изолента. Вот. Фонарик. Вот. Изолента. Мы так как уважаем. Так, идем дальше. Фиона прибыла. О! Вот твои задания. 2 мельницы и 2 замка, 2 статуи, скворечник и кузя, велосипед и мотоцикл, 5 тух, курица, гусь и индюк. 2 мельницы и 2 замка. Вот первая мельница. И вторая. И замки. Первый замок. И второй. Две статуи. Первая статуя. Статуя свободы. В Нью-Йорке. США. Из 3D-пазлов. И вторая. Женщина года. Бронзовая статуя. Скворечник и Кузя. Вот скворечник, который держит Микки Маус. И Кузя. Путешественник во времени. Игра моего детства. Велосипед и мотоцикл. Вот велосипед и мотоцикл. Петух, курица, гусь и индюк. Вот петух. Домашний питомец. Так, ну вот, молодец, Фиона. И последний Шрек. В прошлый раз я был учителем, кстати. Да, так. Далматинцы, Салливан и Бу, чудовище 2 раза, сок и кафе, бетономешалка, машина в автосервисе. Далматинцы, Салливан и Бу. Вот далматинцы, куча разных далматинцев. Салливан и Бу. Чудовище 2 раза. Первый и второй. Проваливайте отсюда! Дайте поспать! Вон, и не тронем больше тебя. Сок и кафе. Вот яблочный сок и кафе. Битономешалка, вот. Машина в автосервисе. Вот, этот водитель как раз на этой карточке фиксировал машину для Стива. Ой, не ту кнопку, кнопка для этого телека. Сейчас включу. И это водитель, который и карточки показаны, сфиксировал машину. Пятерка. Так само, как Фионе. Так, ну, Маркус, кому мы сегодня дадим подарки? Лучшие были Волк, Шрек и Фиона, Виктор Цой,
И, как ни странно, почтальон Пэт. Так, ну, что Маркус мне сегодня предложит послушать? А, поиграть в Кузю. Послушать песни детские. О, и... Фильм «Жизнь как чудо». И посмотреть фильм «Жизнь как чудо». Ой, спасибо. Классный вечер у меня сегодня. А Шрек и Фиона? Отправляйтесь в автосервис. Там вас ждет машина. Сможете поехать в свадебное путешествие. А, далекое-далекое королевство. Да, люби. Нет. Опять Шреку не повезло. Ну, так как Цой жив, давай Виктору Цою отдадим видеокассету, чтобы он попал внутри. Ага, давай. Будущее. Песни и клипы Цоя. Ну, а почтальону Пэту ничего особенного. Давай большой подарок отдадим. Отдаю 3D-пазл статуи свободы, который я сделал. Да, серьезно. Ой, спасибо. Поставлю на самое видное место в доме. Так, ну а кого отправим к этим бокс-троллам? Давай отправим Джон Леннона за то, что пел в классе. Егора Летова. Давай и Смурфика. И, к счастью, черепашки-ниндзя, Донателло и Рафаэль живыми остались. Круто, братан, мы живы. Можем идти в кафе. Кушать пиццу. И... Пицца тайм. Так, ну все, заканчиваем школу маленького искателя. Всем пока, играйте в Майнкрафт. А следующий учитель будет почтальон Пэт. Да, я научу вас грамоте.